В Photoshop появилось два новых уникальных инструмента, которые работают на основе искусственного интеллекта. Первый инструмент – это удаление объектов. На нем мы долго останавливаться не будем, там ничего супер необычного. Просто круто удаляют объекты за счет искусственного интеллекта. Этот инструмент уже официально доступен в последнем обновлении Photoshop. Следующий инструмент – это генеративная заливка. Самая вишенка на торте. Правда, этот инструмент доступен только в бета-версии Photoshop. Но уже сейчас каждый из вас сможете его опробовать. Для этого нужно перейти на официальный сайт Photoshop. На сайте нужно залогиниться через Google аккаунт, скачать приложение Creative Cloud, запустить его и в нем перейти в раздел бета. Скачивайте Photoshop бета и у вас будет бесплатных 7 дней для того, чтобы попробовать этот инструмент в Photoshop. По истечении 7 дней можно просто залогиниться через другой Google аккаунт. Благо Google аккаунтов можно создавать сколько угодно и привязывать номер телефона там не обязательно. На данный момент этот инструмент умеет лучше всего дополнять изображение. Можно взять инструмент рамка и расширить изображение. Дальше выделить само изображение и сделать инверсию выделения. Нажать на генеративную заливку и вписать prompt. На английском языке он распознает только английский. Либо можно оставить это поле пустым. Photoshop проанализирует, что на картинке, и соответственно дополнит. После этого у нас будет три варианта на выбор. Можно выбрать любой, который больше понравится, либо сгенерировать еще сколько угодно раз. Что не умеет этот инструмент от слова совсем, это генерировать лица людей. Какой бы промпт ты ни прописал, всегда будет полная хрень, сколько ни старайся, как ни вписывай. Генерировать все, что угодно, не получится, так как есть ограничения. Допустим, все, что связано с войной, взрывами, насилием, обнаженкой и так далее. Это сгенерировать у вас не получится. Зато животных, любых, собачек, кошечек, пожалуйста, сколько угодно, сгенерируют лучшим образом. Возможность этого инструмента ограничивает только ваша фантазия и правила компании, естественно. Скачивайте, экспериментируйте, все очень легко. А если ты хочешь научиться обрабатывать фото, делать художественную обработку, научиться пользоваться фотошопом в принципе, записывайся на мой курс. Просто напиши мне ВКонтакте. Пока.